По повелению и обетованию Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, да будешь крещен и ты. Илья, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь принял тебя, всемогущий Бог, возродивший тебя от воды и духа, и простивший тебе все твои грехи, да благословит тебя, да сохранит тебя, и да пребудет с тобою во все дни твои, отныне и вовеки. Аминь. Прошу вас всех, свидетелей этого крещения, молиться и заботиться об Илье, чтобы он возрастал в христианском учении и через Божье Слово и таинство Церкви достиг вечной жизни. Помолимся и поблагодарим Господа. Наш всемогущий Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в этом крещении Илья получил новое рождение, был принят Тобой и введен в общение Твоей Церкви. Молим Тебя, даруй, чтобы он возрастал в вере, в которую был крещен, чтобы и сам исповедовал эту веру перед Церковью и перед миром. Пошли ангелов Твоих охранять его на всех его путях. Сохрани его от болезней и несчастий, от всего, что могло бы повредить ему. Просим Тебя и за родителей Ильи, даруй им духа мудрости и любви, чтобы они знали, как должны воспитывать их сына, и чтобы в их доме всегда пребывали мир и радость. Не оставляй в милости Твоей и каждого из нас, и храни нас всех в твердой вере, чтобы со всеми святыми мы удостоились войти в вечное Царство Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Аминь. Благодать Господа да будет с вами. Идите с миром. Благодарение Богу.